Тобыл командасының бас бапкері Марек Бзу. Житосу в синей форме, воротах Алмат Бекбаев 70-й номер, Ермек Куантаев 13-й, Лаша Касрадзе 6-й, Андрей Лебедев 3-й. Команда «Тобол» будет играть в следующем составе. В воротах Дмитро Непогодов, 12-й номер, Артура Жупа, 44-й, Жаба Канкава, 20-й. Показать свою игру. Подача штрафную, опасно! Смотрим вот повтор. Лискана низом хорошо простреливает. И вот здесь вот Дарабаев. Как может быть опасно. В штрафной уже Степанюк. И решил сделать передачу. Вот Тор с трудом поднимается. А вот здесь может быть контратака опасная. За Тургалиев с мячом. В центр убирает мяч. Передача на Самата Жарымбетова. Лискана удар и не забивает аргентинец. Смотрим повтор уже в конечной ее части. Вот какая прекрасная передача. В ней игры нет. И как же не забил. Даже не попал в створ аргентинец. Итак, следует подача. Надин Сюбетерову отметку и пробивает. Да, так и есть. Быстрая контратака. Дарабаев. Ну, три игрока его прессингуют. Отдает он точный пас на своего нападающего. Удар с дальней дистанции. Зачем? Ну, Харабара, Андрей с мячом. Уже отсюда можно было и пробить. Передача опасна. Удар. Удар Сводов в матче против Шымкентского Ордабасы в прошлом. Передача в центр, Куклис, хорошая передача, Ибраев и удар. Ибраев в следующем составе, но сейчас после этого атака Тобола, удар выше ворот. Повтор этого момента, было все довольно опасно, и вот Канкава пробил. Подача опасна. Да, это Рауль Джалилов в затылке. Очень красивая комбинация и умудрился даже не попасть, как я уже говорил, в створ ворот. Азат Нургалиев. Лискано. Передача на Марата Быстрова. Удар! Гол! Дарабаев вторым темпом набежал и пробил сразу. Вот посмотрим, как будет дальше вести себя команда. Без Никитенко будет ли продолжать увеличивать свое преимущество, либо отойдет в оборону. Вот смотрим мы повтор, мяч отлетает на Аслана Дарабаева. И тут еще через рикошет мяч задевает ногу Лаши Касрадзе и попадает в ворот. Быстро реагирует Дмитрий Алексеевич Агай. Сразу два игрока, я вижу, уже одели футболки и готовы появиться на поле. Это Аганесян. Второго пока я не вижу. Атакует ЖТСУ. Удар в верхнюю. Следует подача. Удар по воротам. Танат Нусербай сам отверженным. Хорошо сыграл Касай и прихрамывает, за ногу держится. Опасно! Удар! И если смотрим повтор. Да, это, конечно же, ошибка Марата Быстрова. Подача опасна! Мавутор с мячом! Пробивает рикошет и угловой. Очень опасно. Куклис уже на этом штанге готов получить его. Получает Дмитрий мяч. Пас на Дарабаева, удар вышего. Надоело на это, на все смотреть от Ажанову. Свисток, извещающий о том, что кустанайский Тобол наконец-то для кустанайцев победил на домашнем стадионе со счетом 1-0 команду ЖТСУ из Талдыкургана. Очень неплохая команда у Дмитрия Алексеевича.